Я целую неделю не заходил на сервер, где у меня был отель. И зайдя на сервер, я увидел это. Отель пал! Наш красивый отель кто-то прорейдил. И этот магазин тоже, да? Офигеть. И эту сторону тоже, да? Они все вынесли. Они, походу, вынесли все. Отельчик, мы будем по тебе скучать. И некоторые из вас могут сказать, что он просто сгнил. Нет, он не сгнил. За ним следили мои друзья. Целую неделю Риухит подкидывал туда ресурсы. Ссылку на его канал я обязательно оставлю в описании. Посмотрите, что было до этого момента. И так как у отеля кое-что прогнило, я смог пробраться к моему шкафу. И это означало, что я буду заниматься восстановлением отеля. Тут шкаф открыт. Привет, дружище, ты в доме? Слушай, а ты случайно не видел, кто рейдил мой отель? Отель твой... Это ПГ на корове. Меня ПГшники зарейдили. А это твой новый дом? Я тоже подсветился, спрашивал. Да, это мой новый дом. Будем идти опять к развитию, возможно. Искать противников. Почему нет? В итоге этот таинственный незнакомец, ну то есть Руфкемпер, которого вы помните, решил подогнать мне бензопилу. Спасибо. Которая мне была очень нужна. Буду должен. Меня здесь нет. Вылазь наверх. Не вылезу, мне страшно. Слышь, Чизик, ты хочешь опять заново отель откроить? Я не знаю, ну вообще я могу этот восстановить, но это не точно. Это будет тяжело. Нахуй этот, давай новый построим в другом месте, мы тебе даже поможем. Просто спали эти бомжи здесь бегать себе кругом. Нормальное место. Нифига, вы тут отстроили, значит, после того, как я, точнее, ну, да, когда я отель построил, а теперь еще он вам мешает. Не понял. Бегая по дороге, я увидел очень интересный домик, где торчала турелька, которую я мог разбить. С питоном турель. А я знаю, что с ним можно сделать. Почему у тебя во лбу звезда горит, скажи мне? Потому что у тебя мамка пидор. Какой смешной. Ух, ух, ух. Ты, кстати, мои колокольчики щекочешь сейчас. А пахнет как вкусно. Ай-ай-ай-ай! Ой! Чё ты не справился, братик? Да, блин, это да. Прям... Ничего. Я всё ещё впереди. У тебя ещё есть попытки. Знаешь, что у меня есть для тебя? Чё? Смотри, тебе понравится, я уверен. И когда я бежал домой, я встретил очень сочного фармилу. Домансовался, дружок. Ого! Я отнес все ресурсы домой, взял коня и отправился к той самой турельке, которую я хотел разбить. Ну все, турелька. Доигралась? Я еще раз обошел домик, посмотреть, что тут можно еще угнать. И нашел капкан! Понял. Труп мой никто не залутал, поэтому я оказался в плюсе. Так у меня появился шанс на развитие. И первые пушки. Моим соседям явно не нравилось то, что я планирую восстановить отель, и поэтому они приходили ко мне. Но меня это не останавливало. Все думали, что отель сгнил, но я вернулся и решил его восстановить. Поэтому некоторые постояльцы тоже были удивлены. Ну-ка, какой у тебя ник? Вот. Какой у тебя ник был в отеле? Здравствуйте. Да не, я не жил, я просто приходил, общался и так. Ну, тебя не было, когда я тут бегал. А, ну да. Меня неделю тут не было.
Да ты стреляешь? Да. Честно вам скажу, я не знаю, как он нашел мой отель. А какой у него ник был, или ты не видел? Николай, я у него две берданки уже выбил, я понял его. Чтобы восстановить отель, мне нужны были ресурсы. А также мне нужен был топ-ствол, поэтому я бегал по карте и искал замесы. Там намечается файт. Один на крыше. А, это их тиммейт, походу, да? Сейчас папа выеду. Ребят. Плюс калаш. Где второй? Самый умный, что ли? Давай, давай, Канидло, беги. Вот калаш и 8x это прям плюс реп. Теперь мне надо найти тех пацанов, которые стрелялись с Томика и с берданки. Мне бы сейчас хилочки. Тут еще калашист один был. Это их кибитка? Серьезно? Там турели выключены. А это они рейдят. Я понаблюдал за этими ребятами, приметил их дом и понял, что связываться с ними пока что я не хочу. Ведь пока что самой главной целью являлось восстановление отеля. Это кукуруза, однозначно. Все турели включились. Они уже домой убегают. Узнать бы, кто это. Какой-то огромный клан. Давай, скажи, что и у тебя тоже миллиард ресурсов. Я засейвил все свои ресурсы и побежал знакомиться с моими соседями. У него там есть турельки. Как вкусно. У меня есть броня, питон, патроны, но нет хила, и на меня падает дроп. И в этой стороне живет огромная клонина. Получается неплохо, как бы, да? Звучит это все. Больной, что ли? Чизи, чизи, блядь, твои. Поздно. А как ты понял, что это я? Да-да, это я. Ты за мной бежал, да? Мое имя Тейп. Тут у нас бомжик. Вон тип, там два типа. Два типа, понял. Ну, два типа это... В принципе, немного. И там с базуки рейдит, представляете? Я могу пойти за антирейдить. Или чинук. Чинук или антирейд? Окей, чинук. Идем на чинук. Они куда-то смотрят, там по-любому еще кто-то есть. Где второй? Вон еще один. Вот за этой штукой зеленый еще один, за вагоном. Да, он там. Патронов мало. Минус еще один, и там еще один. Хорош. Пока. Вау.
Привет. Пока. Теперь пора домой. В принципе, неплохо. Плюс один калаш. Привет. Где Чизи? Где Чизи? Так, что мне надо? Я хотел восстановить отель. То есть мне нужен металл сейчас. Мне нужно дерево, мне нужно все. И верстак мне нужен, потому что у меня нет верстака. Короче, тут полная габела намечается. Это на переработку пустим, это оставим. Переработка. Сейчас мы закинем немного лесов, чтобы дом не гнил. И пойдем порубим бочки. Я думаю, просто вырубить миллион бочек. Вот такой вот путь сделать какой-нибудь, и у меня будет миллион ресурсов, я уверен. Вот, я тебя запомнил. Не стреляй в мою курицу. Вспомни болтовщика, вот и он. Слабак на болтовщике. Все болтовщики слабые, которые над доме сидят. Все, не хочешь? Да ну, шлепок майонезный. Я запомнил тебя. Ресурсов со временем навыбивал я достаточное количество, и первым делом я решил обустроить свою комнату. $200 IQ подъем, все как мы любим. Пусть выглядит как зарейженный дом. Вот вам граната! Ё-моё, ну я на сишку надеялся, реально. Меня убил челик с Томпсоном, но я прекрасно знал, где он живет, и планировал его зарейдить. Но для этого мне нужно было знатно подфармить на 23 сачельки. Я засейвил все свои ресурсы и увидел, как на карте появился карго, который я должен был залутать. Там третий ящик заспавнился, ну давай быстрее, ну... Канидо, ну где мой конь? Красиво. Офигеть, тут территория. Небось, этот тип сейчас сядет еще на вышку и будет по мне отстреливать. Я купил у барыги за 200 скрапа маленькую лодку и отправился на каргич. Красиво тут пацаны жили. Печки у них тут большие стояли, территория. Я представляю, какой тут дом на воде стоял раньше. Ладно, ладно, шучу, тут будет нормальная музыка. Ты чё, офигел, что ли, по мне так попадать? Так, один крейт я нашел. Походу снизу крейты.
Второй крейт нашел. Компьютер изучил. Вот это, кстати, нормальная тема. НПЗ, Ханун, Гантрап. Офигенно с бота насыпало. Ну, нормально. Топовая маска. Два меча, конечно, да, они мне так нужны. Давай сишку, пожалуйста. Реально, мне сишка нужна. Вот, очень сильно нужна сишка. Походу, сишки не будет у меня. У меня будет два ведра, два меча. На тебя у меня последняя надежда. МБК, двери, ворота. Понял. Сегодня мы без сишки. Хавка есть, отлично. Как раз все переработаю по пути. И, возможно, поставлю третий верстак. Фух. Но это мой первый карго со времен, когда убрали коптеры и убрали лодки. Это уже достижение. Я переработал все свои ненужные компоненты и вернулся домой. Ведь мне нужно было крафтить сачельки на тот домик. Фух, вы не представляете, как я запарился крафтить эти сачели. Вот вы сейчас смотрите, думаете, это все так быстро. А вот нет, нифига. Я потратил где-то 2 часа, чтобы переплавить все и скрафтить эти 23 сачели. А вам даже лень иногда лайк поставить. Фух. Какое это утомительное занятие крафтить сачели. Это просто ужас. Калашек на месте. Патронов у нас мало. И наконец-то, докрафтив эти сачели, я отправился рейдить этот дом. Да. Пункт назначения — сфера. По идее, там должно быть много ресурсов. Блин, ну если я потрачу 23 сачели впустую, это будет очень обидно. Вот сюда мне надо кидать. Офигеть! Отлично. 5 экспы есть у него. Это... это окуп! Это окуп! Минус 2. Так, тут есть сачели, я не знаю, стоит ли... Мне кажется, стоит, там печки у него стояли. Уж то-что, но я точно знаю, что там стояли печки. Тебя мы, пожалуй, ушатаем сразу. Ну, ресов у них тут реально было предостаточно. Компонентов всяких, патронов. Я не представляю, что у них еще там должно быть. Там по-любому много всего должно быть. Тут еще сера, но это явно того не стоило. Ну ладно. На звуки рейдов сбежалось очень много лучников. И я не мог им отказать и что-нибудь не скинуть. Вы ж меня знаете.
Не, если хочешь, подойди ко мне. Давай я тебе пару пушек каких-то дам. Я с берданками особо не бегаю, у меня много таких пушек. Держи. На, еще беретку. Под тобой, смотри, еще пушка лежит. Угу. На, покушай. После чего я быстренько перенес все основные ресурсы и побежал на файты, которые были возле меня. Того, кого шеста надо убивать. А то он тут тупит. Пойду его убью. Понял. Убегаем. Домой. Тебе не YouTube снимать надо, тебе хуй достать надо, блевой. Как ты считаешь? Я вот не знаю, почему каждый после своей смерти начинает меня оскорблять. Это же игра, чуваки. Легко я тебя увидел, братец. Просто подошел, увидел и нагнул. После всех этих замесов и рейдов я начал обустройку своего отеля и решил вернуть его былую мощь. Я еще не успел отель восстановить, как у меня тут начинаются опять PvP, файт и все. Все опять начинается. Надо выходить разбираться. Плюс стоп-сет. Готовьтесь, сейчас будет интеллектуальная беседа растеров. Нет, ты соснешь. Жду, сынок. Сынка, жду. Ты уже идешь меня выносить? Мне не хватает камня. На этот раз я тут застрою. Я немного восстановил свой отель, застроил полностью второй этаж и отстроил пару комнат. Подождите, вы слышите этот странный звук? Это было по нам! Этот звук означал, что очень скоро будет продолжение. Очень мощное. Ну и если вы за 3 дня осилите 15к лайков, то продолжение выйдет уже ровно через 3 дня. Всем пока!